Того. О, красная! В данном видеоролике проходит конкурс на целых 60 ультраконтейнеров, которые ты можешь забрать деньгами, если контейнеры тебе не нужны. И для участия нужно поставить в настройки своего аккаунта тег создателя контента Вайдер, а также лайк данному видеоролику, подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, и написать комментарий со своим ником и словом «участвую». И все! Итоги будут проведены на моем стриме. Стримы, кстати, проходят каждый день в 18 по МСК. Подробная информация про конкурс в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами Вайдер. И сегодня мы с вами будем записывать видеоролик по открытию кондика. Я буду опять на своем основном аккаунте пытаться выбить что-нибудь вкусное. А именно, мне нужны любые скинчики и, естественно, Гелиус на рикошета. Он есть, поэтому, ребята, за это количество контейнеров поставьте, пожалуйста, лайк. Вот, я верю, если ты прямо сейчас поставишь лайк, я обязательно выбью красное свечение, хотя бы одно. Это будет именно то, что мне нужно. Я вот просто верю, прям ощущаю. Короче, также у нас есть новый режимчик гонка вооружений. Возможно, мы с вами в него взойдем, возможно, запишу отдельный ролик по этому поводу, не знаю еще. Но, тем не менее, также у нас появились еще миссии. Кто не знает, кто не шарит, миссии у нас особенные. Мама говорит, что я особенный. Вот, и, соответственно, миссии у нас тоже такие есть. Две миссии у нас по боевому пропуску и, соответственно, премиум аккаунту. И остальные миссии такие же, как были у нас на прошлой неделе. То есть занять топ-3, 4 раза выиграть 8 боев. Это все выполняется у нас в как раз-таки гоночке вооружений. Заработать 15 тысяч кристаллов, уничтожить 250 танков, набрать 4000 очков, овердрайв. 35 штук использовать и, соответственно, использовать повышенный урон 110 раз. Ну, по поводу этих зданий я еще и в прошлый раз сказал, что они достаточно легкие и изящные, поэтому выполнить их, точнее, не составит особо никакого труда. Поэтому, если что, выполняйте. Здесь, кстати, звездочки у нас побольше стоит. В прошлый раз давали по, ну, вроде бы 25 звезд, а здесь по полтосу дают, да? Да, по полточку дают, можно еще тоже подфармиться. Но это, скорее всего, все выполнил у нас за сегодняшний день. Да ворона хорош, каркает там, каркает и каркает, тварин такая, не дает нормально записать. Короче, мы с вами будем сейчас покупать спецпредложения. Есть у нас две спецухи на выбор. Одна за 16 тысяч, вторая за 13 тысяч. При том, что они ничем практически не отличаются, кроме цвета выстрела. Типа, здесь у нас две ядерки, здесь одна ядерка, здесь устройство на викинга, которое у меня уже есть. Здесь цвет выстрела тоже, который, кстати, у меня есть. Ну и, соответственно, в каждом по 150 контейнеров. Да, имеется такая штука, имеется такая тема. Я, естественно, буду покупать самую дешевую, потому что одинаковое количество ультраконтейнеров. Не вижу смысла покупать дорогущую, потому что она мне попросту не нужна. Блин, а кстати, мне на нее и не хватит. Я думал еще, если что, психануть и вторую купить. Но, слава богу, мне на нее не хватает, поэтому психануть я у нас не смогу. Хорошо. Хорошо и отлично. Ах, ну, давай, дропчик, порадуй. Что нам может выпасть, соответственно, из красного свечения? Броненосец, естественно. Естественно, соответственно, вкусная пушечка Скорпион. Если она выпадет, я буду тоже, как говорится, очень сильно рад. А вот это устройство, если выпадет, я у нас расстроюсь. Этот выпадет устройство, я у нас тоже расстроюсь. И, соответственно, если выпадет этот скинчик, я, конечно, немного расстроюсь, плакну, но окей. В будущем зато мне не будут падать всякое говнецо и будут падать только экстремы. Вещи на летающие корпуса. Ну и в приоритете, конечно, у меня три вещи. Это Гелиус, это Скорпион и это Броненосец. Если мне падает что-то из этих трех вещей, я, в принципе, рад как никогда. Если мне падает что-то другое из красного свечения, то я прям огорчен и обеспокоен этим делом. Потому что, ну, не может с ультраконтейнеров постоянно так не вести. Я не знаю. Но хотя здесь у нас велика вероятность, знаете чего? Велика вероятность того, что мне с этих контов абсолютно ничего не выпадет и ничего не дропнется. Я у нас в этот раз буду, кстати, ребята, открывать по-медленному. Я не знаю почему, но когда в прошлые разы я открывал у нас фастовым открытием, у меня получилась такая тема, что я выбил с 300 ультраконтов всего лишь одно красное свечение. И при том, что до этого я открыл еще 150 ультраконтов, но мне кажется, это именно в этом дело. Поэтому сегодня, как говорится, без быстрых прокрутиков, золотуху сразу давай, красочка или устройство. Это устройство на смоку, хорошо, окей. Ну, конечно, нехорошо, но то, что выпало устройство, а не какая-то анимированная краска, это, в принципе, отлично. На смоке я у нас, в принципе, не играю, поэтому мне оно не особо нужно.
Но вот если выпадет что-нибудь на Теслу, я дико обрадуюсь. На Теслу, по идее, мне нужно только пробитие. Остальные устройства там такие себе, на поджог, на оглушение, потому что у них шарик медленный, затупок и... Ну, не знаю. Как вам, мне такое тема не нравится. Не люблю я, знаете, работать от Теслы, когда ты у нас выпускаешь шарики, что-то его пытаешься забзыкать, как какой-то шершень бешеный, поэтому... Не, такое себе. Так, ремочки и последняя фиолочка. Мне, кстати, еще осталось два устройства на... Насколько я понимаю, устройства мне остались на Хантера. Это иммунитеты от, соответственно, пробития, вроде бы, или от подавления, и от отключения припасов. Окей, 30 ультраконтиков мы с вами открыли, осталось 120. Я, кстати, уже видел на скринчике в Discord-сервере, там один подписчик выбил себе Гелиуса. Блин, за него безумно рад. Завидую, как говорится, белой завистью. Хочу себе его тоже выпить. Потому что, ну, надо уж что-то интересное выбивать. Кстати, если выпадет броненосец, а не устройство, будет тоже хорошо. Не знаете, я уж так губёк раскатал. Губа, мне кажется, улетел куда-то в Казахстан у меня. Ну, серьезно, так рассчитывать на 150 ультраконтейнер в красное свечение. Если честно, я на краснуху вообще никак не рассчитываю. Вот не знаю почему, но вот кажется, что не выпадет. Так, устройство, неужели? Так, окей, иммунитет от подавления. Хорошо, остается мне последнее устройство с фиолетовым. Кстати, за эти 15 ультраконтов было целых 3 фиолетовых свечения. Кристаллики, батарейки и само устройство, что не может не радовать. Так, окей, пока, кстати, без белого свечения в ультраконтов. И вроде бы это уже у нас открывается. И у меня там остается 95 этих самых ультраконтиков. Ну давай, братик. Братик, не смывай. Братик, пожалуйста, выдай что-нибудь вкусненькое, что-нибудь интересное. Ну, пожалуйста. Ну, там же чуваки выполняют просто ежедневные задания. Не ежедневные, а еженедельные, которые особые. Им падает прям мега годный дроп. Ну, вот может хотя бы мне так разульк повести. Так, о, все. С фиолки мы все выбили. Замечательно. Так, ну хотя бы этот факт меня очень сильно радует. Хотя теперь смысл открывать... А, ну нет, смысл открывать обычные контейнеры у нас тоже имеется, потому что там у нас же присутствует как раз-таки то самое. То самое, что мне нужно. Устройство на Теслу и устройство на... Получается, молота Brawl Stars мне нужно. И устройство, как говорится, на... Не на рикошет, а на фреза. Пробитие тоже, на самом деле, хотел бы его себе зафармить, потому что на подавление есть. Тоже достаточно годное и офигительное устройство. Нужно еще на пробитие. Так, одна фиолочка у нас, к сожалению, будет, походу, да? Да. Это 25 тысяч кристаллов. Как я так догадался, я даже не знаю. 75 ультраконтейнеров у меня остается после этого открытия уже 60, и мне остается открыть всего лишь 4 раза. И, по-моему, пахнет дыркой от бублика. Серьезно. По-другому это прокомментировать я вообще никак не могу, потому что, ну, может быть, как в прошлый раз, на последних мне выпадет. Но, если честно, я в этого не верю. Вообще, открываю чисто эти контейнеры в надежде, конечно, в надежде на годный дроп, но сам у себя в голове прекрасно понимаю, что оно это же я открываю. Если бы открывал какой-нибудь мой подписчик, ему бы там уже за эти открытые контейнеры упало 6 красных свечений, 8 зеленых свечений, там 4... серо-буро-малиновых свечей, ну и, в общем-то, все было... О, красное! Блядь, да ты серьезно? Ну что за скам, Орех? Ну какой миллион? Да вы затарите меня своими этими миллионами, ну засуньте себе их куда-нибудь подальше, блядь. Красное свечение раз в пятилетку падает, и лямчик опять мне сраный ссаный. Да вы издеваетесь, Так, ну, наверное, там куча слов я у нас позапикаю, но вы, наверное, понимаете мое расстройство. Грустное, больное, печальное. Миллион! Ну какой миллион? Ну что ты делаешь? Что ты скамишь меня, собака сутулая? Охренеть не стать. Выпало в какой-то веке красное свечение, и опять лямчик с этих контейнеров со спецух. Не буду больше покупать эти контейнеры со спецух, обоссанные какие-то, серьезно. По-другому я это прокомментировать не могу. Такое ощущение, что они там, знаете, по скрипту как-то заложено у них, что нужно выдавать красное, но нужно выдавать лямчик. Какому-то лоху там под никнеймом Вайдер там сидит, что-то открывает там. Губёшки все раскатал, там рассчитывает на какое-то интересное свечение. Сколько у меня этого говна осталось? На 3 открытия. Окей, давай. Ох, какой злой, ох, какой. Даже не представляете. Давай, все, у меня даже нет настроения, хочу скипать все. Говорил, что не буду скипать, что там что-то меняется, ни хрена не меняется. Из этого опять у нас дерьмецо всякое падает, поэтому давай на скип, на быстрый, как говорится, прокрутик. Я в расстройстве, я в печали, я в диком тильте.
Поэтому меня уже, мне кажется, ничего не расстроит. То, что выпадет из этих 45 и еще одно красное значение, я, естественно, в это не верю, потому что оно не может выпасть. Вот, потому что это я открываю. Вот, поэтому что мы с вами делаем? И последняя пятнашечка у нас пошла. И это... И это приехали. Happy End, как говорится, на то. Красное свечение, 1 миллион кристаллов. Да идите вы нахрен со своим миллионом кристаллов. Засунули это дерьмецо, то а кому оно вообще надо? Может быть, кто-то и радуется этому. Ну, блядь, ну какое, ну что такое, ну что такое, ну что за невезуха, что не пруха. Давайте, наверное, под конец ролика еще вкачаем себе грифона. Как у меня горит задница, просто, ребята, полыхает. Давайте вот этот миллион сразу я нахрен потрачу на вот эту вот прокачку, даже чуть больше. Потому что меня это дело не интересует. И давай, все, сливайся. Лямочки сутулой даже чуть больше я у нас слил. Теперь у нас сперматозоиды прокачанные на фуловую тему. Ну, на дуре, они так и выглядят, по-моему. Ладно, это мы с вами заканчиваем. Кому понравился данный видеоролик, обязательно ставьте ему свои лайки. Я в жестком тильте. Всем пока-пока. Козлы, типа, заебали, дропать этот миллион, блядь, засунь себе его.